Ну что, добрый день, дорогие друзья. Хотел уже давно выйти в эфир, но было нечем выходить. Приехали, закормились, начали ловить. Но что-то клевый был не очень. Потом Саша взял карпика где-то на килограмм. У меня проклевывался только карась. И то карась такой мелкий. Ветер сильный. Ветер юго-западный, где-то 7-8 метров в секунду, как и обещали. А порывы где-то метров, наверное, до 20. Хороший такой ветруган. Ну, казалось бы, погода шепчет, а клев не очень. Потом у Саши был еще один карпик. У меня пока только в садке два карася. Пару карасей я дал товарищу, он сидит. Ну и все. Значит, опять же работала кормушка и горох. Пробовал на червяка, смотрите, идет мелкий карась на убийцу карася. Значит, что еще? Фидер почему-то тоже молчал. Я фидер не бросал, дал фидер товарищу. Он его забрасывал. И фидер что-то тоже молчок. Давление, конечно, сильно низкое. Давление где-то получается 756-757. Посмотрим. Если ночью не накроет дождь, то значит хорошо. Значит, мы родились в рубашке. Но обещают вообще-то дождь. Все, друзья, пока все.